Ушная сера является природным веществом, вырабатываемым железами в нашем слуховом проходе. Ее функция – смазывание и защита слухового прохода от воды, инфекций и инородных частиц. Однако бывают такие случаи, когда ушная сера накапливается и вызывает дискомфорт. Удалить излишки ушной серы можно несколькими способами, но важно помнить, что слуховой проход – это деликатная область, и к нему надо относиться с осторожностью. Один из методов – это использование ушных капель, которые растворяют серу. Другой вариант – промыть слуховой проход теплой водой или физиологическим раствором. В некоторых случаях врачу или аудиологу придется удалить ушную серу вручную с помощью специализированных инструментов. Также стоит отметить, что в нашем организме существует естественный процесс удаления ушной серы, и не всегда это требуется делать вручную. Слуховой проход предназначен для самостоятельного выталкивания ушной серы, а использование ватных палочек или других посторонних предметов для чистки ушей может продвинуть серу дальше внутрь и причинить больше вреда, чем пользы.